В Ижевске задержали директора городского клуба «Подросток». Следователи полагают, что он вымогал взятку у своего подчиненного. Руководителя задержали при получении части вознаграждения за покровительство. 600 тысяч детей и взрослых привьют от гриппа в Удмуртии. Часть вакцин уже поступила в медучреждения республики. Для успешного предотвращения эпидемии необходимо привить не менее 40% населения. Полиция Москвы протестирует ижевские электромотоциклы. Технику уже испытали сотрудники столичной патрульно-постовой службы. Новые ижи передадут стражам порядка в конце августа, начале сентября. Без малого 800 миллионов рублей понадобится Ижевску на содержание улично-дорожной сети в следующем году. Эти деньги нужны для уборки дорог и тротуаров, проведения ямочного ремонта, нанесения разметки, содержания ливневки, остановок и ограждений. Представители Удмуртии Ульяна Кайшева и Александр Поварницын примут участие в чемпионате мира по летнему биатлону. Соревнования пройдут в Чайковском с 25 по 27 августа.